В преддверии празднования Международного женского дня во Дворце детства и юношества Булашак прошел песенный вечер «Анагарнау» для мам, бабушек и девушек. Зал был наполнен атмосферой весеннего настроения. Песни в исполнении местных артистов украсили концертную программу. На мероприятии, организованном с целью повышения чувства любви и уважения к представительницам прекрасного пола, выступили студия танца «Freedom», педагогический отряд «Думан», Азамат Турсенали, хор «Звезд» и лезгинская школа «Асса», а также Дмитрий Петюль и Саят Бабаев. Специально приглашенная на праздник звезда эстрады Мади Кадыров поздравил женскую публику города Кокшетау с весенним праздником. Сегодня мы поздравляем наших прекрасных девушек с праздником и отмечаем открытие ивент-агентства «Арнау». В честь этого события был организован песенный вечер «Анага Арнау». От всей души поздравляю всех мам с 8 марта. Всегда улыбайтесь и радуйтесь. Это мероприятие, это получается открытие нашего агентства, в честь открытия нашего агентства. Плюс еще, чтобы праздник 8 марта, чтобы женщины пришли и получили удовольствие от нашего концерта. Эдуард Погребицкий, Макпал Ергалиева, Дархан Даулет, Кукши Акпарат.